Ну что, пойдем? Слушай, Вить, у меня тут однополчанин Зинчук. У него в Ялте бригады свои. Могу попросить, он их найдет. Не надо никого искать. Он сам нас найдет. Правильно, правильно. Вот зачем вообще есть? Еда — это зло. Соль — это белая смерть, суп — жидкая смерть, эскимо — это смерть на палочке, я уж не говорю про бифштекс. Это огромная, с полтарелки, да? Смерть с кровью и с зеленым горошком. Леня. Что? Ты что, успокоился? Теперь можем поговорить? Поверь мне, я не меньше тебя хочу жить в мире. Мы же можем договориться. Ну да. Лишь бы не было войны. Войны не будет, Коля. Ты меня успокой. Хочешь предложить мне мир на своих условиях? А это не условия, это просьба. Давай так. Завтра приезжай часам к 7 в ДК к служебному входу. Я тебе дам 10 минут из своего выступления. Считай, что это жест доброй воли. Потом сядем в ресторане, все обсудим. Договорились? А на сколько столик заказывать? Как-то подозрительно все гладко. Посмотрим, что он зад скажет. Ну что, не спится? Когда не спится, тяжело не спится. Как тебе каламбурчик? Он показал силу, поставил условия. Мы согласились на переговоры. Ведь тебе не кажется, что это все неправильно? А что нам остается делать? Ну, будет ездить за нами, выступление срывать. Только все мы наладили, организовали. А тут какой-то муфлон собирается оттяпать кусок нашего пирога. Как ты говорил? Ты командир. Тебе решать. Вот мне больше так нравится. Только хочу тебе напомнить, Вить. Мы теперь коммерсанты. Они таких вещей не прощают. Ген, иди спать, а? Может, еще раз сосется. Жизнь такая штука. Мало ли что может случиться. Алло. Привет. Слава, что случилось? Да ничего не случилось, просто так звоню. Соскучился. А ты? Ну, я... Да, я тоже соскучилась. Что-то случилось, да? Ну, рассказывай. Давно вы с ним? Случайно. Случайно встречаетесь. Слава, послушай меня, я же тебе уже все сказала. Мы не встречаемся. Я его видела один раз. Ты к нему ездишь или... Квартиру сняли. Любишь его? Слава, я прошу тебя, давай поговорим завтра. Иди спать. Не хочешь со мной разговаривать? А с ним? С ним хочешь? Только знай, Вера, жизнь такая штука, никакой экстрасенс не угадает. Вдруг завтра ему что на голову упадет случайно. И не будет его. А я буду. Я всегда буду. Что, папа звонил? Так это что такое? Ты почему не спишь, а? Да, папа звонил. Он тебе привет передал, спи. Ничего он мне не передал. Я же знаю, когда ты меня обманываешь. Нет, передал. Когда ты меня обманываешь, у меня здесь как будто стучит. Денис, это ерунда какая-то.
Тебе просто кажется, что я обманываю. Спи, пожалуйста. Нет. Я знаю, мам. Спокойной ночи. С нами беседует профессор Голин Валерий Максимович. Здравствуйте, Валерий Максимович. Скажите, пожалуйста, а при этих экспериментах Виктор Ставицкий проявлял свой уникальный дар? Пытался двигать предметы, читать мысли и даже менять кислотность растворов. Но ему всегда что-то мешало. Он говорил, что ему мешают сосредоточиться люди вокруг. Потом он принес пленку, где он дома один оживляет засохший цветок. Дома один? Дома один. Очень удобно. Валерий Максимович, скажите честно, вы считаете Виктора Ставицкого мошенником? Я не могу это утверждать. Но вы так думаете. Молодцы, что я думаю. Ну как твоя бомба? Скоро взорвется? Мне бы еще недельку. Сколько? Ты у бомбы часовой механизм подкрути. У тебя 3 дня. Не сдашь. Закрываем тему. Тебя подбросит? Домой едешь? Но в ближайшие 3 дня вряд ли. Не считается. Мы договаривались на совместный ужин. А, это завтрак. Не считается, не считается. Ты не отвлекайся. Что у нас еще есть? Ну, поговори с кем-то еще из лаборатории. Там же не только этот профессор. Пусть тоже расскажут, как Ставицкий облажался. Что это даст? Надо менять тактику. Не говорить в лоб. Он мошенник. Главное посеять сомнения. Считай этот репортаж не своим заявлением в прокуратуру, а одним из этапов борьбы добра со злом. Это был ироничный пафос. Хотя... Николай был прав. Это все слова. Нужно что-то конкретное, понимаешь? Ну, конечно. Он у нас самый умный. Только если бы этот умник не рисанулся, ты бы могла использовать запись той тетки, где она разложила всю их систему по полочкам. Да. Юра, здравствуй. О, ну как там? Вечером иду в ресторан с самим Виктором Ставицким. Да ты что? Могу для тебя автограф взять. Мам, это Коля! Нет, это ты себе оставь. Нормально. Слушай, что-то мне подсказывает, что мы обо всем договоримся. У него имя, поклонник. По большому счету, я ему не конкурент. Ну, это он так думает. Слушай, сегодня же сходи на рынок, Ларисе Сурину. Зачем? Они хотели в этом деле поучаствовать. Возьмем их в долю, а что делать? Кого в долю? Так, так, подожди, стоп. У тебя деньги есть? Нет. Ну, вот и у меня нет. Слушай, ну, Лариса хорошие связи в филармонии. Ну, скажи ей, что дней через 10 могу выступать. Пусть договаривает. А зрители? Зрители будут. Понял, понял. Все сделаю. Слушай, а мы тут с Настей сидим, завтракаем. Ей привет передать? Тебе привет от Коли. Юр, подожди, не клади трубку. Сейчас, погоди. Мне. Алло, алло, доброе утро. Да, ну, если честно, дела не очень. Вот должна сдать через 3 дня репортаж. Ну что, всю ночь работала, вот утром к Юрке зашла, сидим, думаем. Да. Хорошо. Угу. Юр, ты так сказал? Он мог подумать, что я здесь ночевала. И что? Доброе утро. Доброе утро. Знакомьтесь, Настя, это мама. Мама, это Настя. Она здесь не ночевала, пришла с утра сразу после работы. Я журналистка, мы тоже ночью работаем. Очень приятно. Позвольте, пожалуйста.
не трогай его. Так он же посередине должен стоять. Пускай стоит, где стоял. Иди уже, а. Я ж как лучше хотел. Спасибо вам огромное. У моего сына прошел Энуре, спасибо. Благодаря вам хромота прошла, спасибо. Но я здесь не для того, чтобы принимать благодарности. Я здесь для того, чтобы помочь вам. Я сегодня чувствую... Сегодня я чувствую какую-то странную энергетику в этом зале. Я чувствую людей, которые не доверяют мне, которые считают меня проходимцем. Надо это исправить. А вот вы, женщина. Да. Не надо писать записку. Я и так все знаю. Встаньте, пожалуйста, встаньте. Если вы не измените образ своей жизни, у вас начнутся проблемы. Сердцем, гипертония. Инфаркта пока не было. Я прав? У меня повышенное давление. А как вы узнали? Я не знал. Я увидел. Я сам не знаю, откуда у меня этот дар. Доверьтесь. Просто доверьтесь мне, и я помогу вам самим себя исцелить. Ждите, я позову. Смотрите на меня. Боится сглазить? Остался портсигар. Милая девушка, по-моему, у вас есть что-то для меня. Пожалуйста, вы можете забрать свои вещи. Дорогие друзья, я вернусь к вам через 10 минут, а пока хочу представить вам одного человека. Микрофон не трогай, плохо работает. Мы познакомились в специальной лаборатории по изучению экстрасенсорных способностей человека. Но, впрочем, он сам о себе все расскажет. Добрый вечер.
Меня зовут Николай Арбенин. Мой друг Виктор Ставицкий любезно подарил мне 10 минут своего выступления, но я, к сожалению, не могу помочь вам всем сразу. Да и 10 минут на это не хватит. Но я постараюсь помочь кому-то одному, прямо здесь, сейчас, на ваших глазах. Юноша в коляске, вы не один в зале? Я с ним, я его мама. Пожалуйста, кто-то из мужчин, помогите поднять коляску на сцену. Ты чего ушел ты? Выступление скоро. Слушай, ну если этот урод тебя так бесит, давай я позвоню Зинчуку. Он все решит. Я не убиваю людей. Кто говорит убивать-то? Так, покалечим немного. Я не убиваю людей! Ладно, тихо, тихо. Чего орать-то? Солью в беде, души резали напополам. Ошибки, конечно, нет. Так кажется, стали птицы. И кто помнит дорогу наверх, если птица бросится вниз. На свиле полотыри облака, за ступенью, ступенью, за пропастью мост. Порой у нас жерел на дом, порой как мало самых звезд. Сам придешь. Это твоя идея. Идея деньги не есть. У меня эти идеи в голове, знаешь? Зачем обещать? Эй, дорогой, я иногда мое оружие в таком-то подключил. Я не обещал, я слух размышлял. Предупреждать надо. Коля уверен, что ты с Ларисой все обсудишь, что вы в деле. Сурен, ну надо помочь. Мы на тебя рассчитывали, а? Юрчик, ну, будет удобный момент, я с тобой буду разговаривать. Да ну нет у нас времени ждать. Коля уже все на мази. Ай! Сурен, а? Ты же мужик. Мы с вами все поправим, у нас все поправим. Дай нам денег из своей дочки. Юрчик, у нас не все поправим. У нас с Лорынчиком все вместе. Лорынчик, это совсем другой масштаб. Это деньги другие. Ладочка, что ты молчишь? Я думаю, значит, мы закрываем точку. Скидываем весь товар. Я думаю, за полцены за два дня распихаем. Два дня у нас есть? Конечно. Потом все деньги вкладываем в Колины концерты. И сидим, ждем, вдруг опять что-нибудь заработаем. Я правильно поняла? Да нет, здесь вариант 100%. Если будет начальный капитал... Ты мне скажи, ты чем его по голове бил? Что он мне это все вслух сказал? Наверняка чем-то тяжелым. Я в том смысле... Мы дом поговорим. Булочка заинтересовала, да? Вы знаете, для Нового года я беру затрашечку, одела на поездку, ручная работа. На поясочек. Британия, пожалуйста, на поясочек, да? Можно брошь посадить. Платили. Смотреть, как он на сцене сидит или как? Ну правда, долго еще, а? Ставицкого сюда! За него платили, а не за этого. Мне что, он встанет и пойдет?
Сейчас не встанет. Это не так быстро. Скажите, он раньше когда-нибудь шевелил пальцами? Руками шевелил, а пальцами нет. Никогда. Смотри мне в глаза. Не спорь, не бойся. Ничего не спрашивай, только делай так, как я сказал. Разожми пальцы рук. Ну, давай. Разожми, ну. Давай. Разожми пальцы. Ты можешь, ну. Давай. Надолго. На 2-3 дня, максимум на неделю. Потом все вернется. Лечение — это долгий процесс. Сколько же заплатили этому парню, а? Ну, парень актер стопудовый. Если будешь так тратиться, никакого здоровья не хватит. А в результате чего ты добился? Половина зрителей подумала, что парень артист. Остальные даже не заметили, как он пальчиками шевелит. Мелкая моторика не для сцены. Скажи, а ты правда надеялся, что парень встанет и пойдет? Запомни, когда рядом зритель, рисковать нельзя. Надо делать только то, в чем абсолютно уверен. Спасибо за совет. Пожалуйста. Как там наши дела? А какие наши дела? Я все равно буду выступать. Это вопрос решенный. Пожалуйста, поговори с Гудовским. Мне нужен один эфир, чтобы ко мне первые люди пришли. А, то есть, если я не соглашусь, то ты так и будешь ездить и мелко пакостить мне, да? Выступление нам срывать, пока вся страна не узнает, что Виктор Ставицкий – мошенник. И что единственное, что он может делать, так это пыль зрителям в глаза пускать, да? Теперь я знаю, что это не так. Раньше не знал. Извини. Нам не нужно воевать. Обоим хуже будет. Согласен. Это правда. Делить нам нечего. Страна большая. Народу много. Вот и правильно. Надо жить дружно. Зрителей на всех хватит. Ну, за знакомство. Ну, так. Мы с Николаем за знакомство еще в 81-м пили. Да, Коля? Так вы не пейте, мы выпьем. Лень. А? Со Славой Гудовским я переговорю. Он сделает с тобой программу, потом прямой эфир с твоего выступления. Ну, здесь уже или пан, или пропал. Он мне предлагал, но я, честно скажу, пока не решился. Зачем тебе это? Еще один жест доброй воли. Потом подпишем джентльменское соглашение. Друг о друге говорить исключительно уважительно. Не мешать работать и не лезть в сферу интересов друг друга. Отличная идея. Вам вообще надо вместе держаться. Сколько шарлатанов развелось, а? Ну что, счастливо. Спасибо тебе. До свидания, очень приятно было познакомиться. Спасибо. Пошли.
подожди, Коля. Что-то не верится, что все так просто. Мне тоже. Ну, а что нам оставалось еще делать? Только согласиться на их условия, правда, Лёя? Конечно, Вить. Ну, давай, пойдем там такси поймем. А? Думаешь, не надо было? Не знаю, Вить. Ты командир, тебе решать. Значит так. Поедешь в Москву, займешься зрителями для нашего нового партнера. Минимум 90% зала на его первом выступлении. Наши люди. Денег не жалей. Раздавим этого чудотворца прямо в прямом эфире, чтобы вся страна видела. А я уже думал тебе врачей вызывать. Ага. Сейчас. Весело было, да. Жаль, цирк этот быстро закрыли. Да. Встречались такие клоуны. А Ставицкого вы тоже между собой клоуном называли? Он же так и не подтвердил свой уникальный дар. Ну, тут не все так просто, понимаете. Да, эксперименты были неудачными, но, понимаете, в этих вещах нужна полная концентрация, а у нас тут... датчики, провода, люди. Вот он приносил какие-то пленки, людей привел, которые вроде бы как видели. Олег Сергеевич, да. Лично вы видели, как Ставицкий читает мысли или двигает предметы, может быть, заставляет стрелку компаса вращаться? Да. Лично я не видел, да. Привет. Олег, привет. Телевидение вот приехало. Сюжет снимают про Славу, про Виктора Ставицкого. Да. На самом деле, вот с кем нужно поговорить. Вера как раз его и курировала. Ну, то есть, когда Голин занимался сначала им вплотную, спасибо, и потом переключился, Витя, на Арбенина. Да. Угу. Здравствуйте. Анастасия Уварова, молодежная редакция. Профессор Голин сказал, что не имел возможности видеть уникальные способности Виктора Ставицкого. А что вы скажете? Я хотел бы уточнить, я об экстрасенсорных способностях. И как он их проявлял? По-разному. Почему не хотите говорить об этом? Значит, вы считаете, что Виктор Ставицкий обладает уникальным даром, да? Я не считаю. Я знаю. Ну, зацени плакатик. На полметра выше, чем у Ставицкого, а? И здесь мы его сделали, да? А Лариса Рым какую долю хотят? Ой, да ну их, Куркули. Лариса твоя жаба. И армянин этот подкаблучник. Только языком чесать. А ты деньги-то у кого взял? Я нормально договорился. 6 вечеров проплатил. С 10 по 15. А сегодня с утра в типографию заскочил. Насчет афиши. Ну а деньги-то у кого взял? У Потаева. Ты что, с ума сошел? Второй раз у него берешь, там смешной процент. Таких вообще не бывает. Ну я и подумал. Ну чего? Но мы же в прошлый раз расплатились. Юр, да мы в прошлый раз, чтобы расплатиться, ему квартиру отдали. Ну здесь-то что может быть? Все просчитано. Ты что, идиот? Здесь все что угодно может быть. Ты что, еще не понял, что с ракетирами нельзя дело иметь? Да какой он ракетир? Коммерс просто. Ага. Только у него все друзья ракетиры, они почему-то его слушают. Странно, да? Ну, даже если ползала придет, все равно отобьем. Да ну какой ползала? Первый же вечер, покажет по телеку, такая толпа попрет. Вернем мы ему деньги. Ты вообще слышишь, что тебе говорят? Ладно. Ничего не поделаешь, раз деньги взяли, надо работать. Ну, надо просто работать. Не все так просто. Да, эксперименты были неудачными, но... понимаете, в этом деле важна полная... Здрасте, Николай. Готовы к эфиру? Всегда готов. Как ваш репортаж? Почти готов. Нужно завтра сдать. Можете не сдавать? Ну, в принципе, могу, конечно, но
Меня немножко уволят. А вы сами уволите, тогда не уволят. Прямо сейчас напишите заявление, положите на стол. Кассету дайте мне, я ее вынесу. Пусть лежит так на всякий случай. Как вам такой план? Отличный план. Николай, только вот жаль, не получится. Ну, потому что сумки на выходе проверяют, а кассеты нельзя выносить. Мне не проверят. Понимаете, Настя, мы с Виктором Ставицким заключили что-то вроде джентльменского соглашения. Ну, конечно, потом этот прохвост обманет, но пока он не обманул, нам нужно соблюдать нейтралитет. Послушайте, я с ним ничего не заключала. Ну, пожалуйста, это моя личная просьба. А ничего, что я останусь безработной? Я пришел предложить вам новую работу. Да, нам нужен человек для связи с общественностью. И Юрий настаивает на вашей кандидатуре. Зарплата в два раза больше. Какая у вас сейчас? Юра настаивает. А вы? Вам все равно? Нет. Мне не безразлично душевное состояние моего брата. Хороший репортаж получается. Жаль, если его никто не увидит. Мы тут Ставицкого уже ни в чем не обвиняем. Просто один, второй, третий человек рассказывает, что лично он не видел, что Ставицкий проявлял свой уникальный дар. А я его помню. Вы что, были в лаборатории? Да. И с Верой Чернышевой разговаривали? Да. Она единственная, кто за него заступился, но это не считается. Было бы странно, если бы она поступила по-другому. Можно мне посмотреть, что она сказала? Да, конечно. Вы знаете, что она его гражданская жена, и у них есть сын? Почему вы не хотите говорить об этом? Значит, вы считаете, что Виктор Ставицкий обладает уникальным даром, да? Я не считаю. Я знаю. Ну, есть что-то здесь? Думай. Давай, давай, давай. А здесь? Что-то есть? А что? Думай, думай. Камешек. Почти. Оп! Ну вот. Денис! Мама! Ну что такое? Ну ты же обещал ждать меня в школу. Хороший парень, далеко пойдет дальше отца. А давай, ты знаешь что? Возьми портфель и пойдем. Вот туда. Ты что сделаешь, а? Есть еще пару вопросов. Давай. Это он заставил тебя лечь не в постель? Заставил? Коль, ты чего, разве можно женщину заставить? Нужно изнасиловать. Нет, он этого не делал. Он сделал так, чтобы ты сама захотела. Я не знаю, Коля, но... Знаешь. Хорошо, я знаю. Я знаю, что я его люблю. Я знаю, что я люблю своего ребенка. И я хочу, чтобы мы были вместе. Коля, это понятно? Это он сделал так, чтобы ты его полюбил. Прости меня, но это ерунда какая-то. Извини. А можно попросить у вас ради эксперимента пластмассовую чашку? Не вопрос, Николай. Будьте добры, принесите, пожалуйста, чашку в студию. Сейчас нам наша очаровательная помощница принесет чашку. Пожалуйста. Я надеюсь, это обыкновенная чашка. Самая обыкновенная пластмассовая чашка. Замечательно. Вы с Николаем не договаривались, я надеюсь. Да, вот я смотрю, это действительно обыкновенная чашка. Ничего в ней особенного, без всякого подвоха. Пожалуйста, Николай, вот ваша чашка. И пока Николай сделает то, что он хотел с этой чашкой, давайте все-таки немножечко поговорим. Я слышал, что когда вы работали психотерапевтом, вы исцеляли не только тела, но еще и души. Когда я начал этим заниматься, когда я понял, что могу помогать и лечить людей,
первое время, конечно, неофициально. Вот. Ну, у меня получалось останавливать воспалительные процессы и опухолевые заболевания. Даже иногда в тех случаях, в которых традиционная медицина была бессильна. Угу. А как у вас это получалось? Не знаю. Да и никто не знает. Потом уже в лаборатории ученые пытались объяснить это как-то с точки зрения физических законов. У них ничего не получилось. Ну, насколько я знаю, это продолжалось недолго. Там была какая-то скандальная история. Николай, расскажите нам, пожалуйста, про нее. Откройте завесу тайны. Что там на самом деле было? А что тут рассказывать? Мне позвонили из городской администрации и попросили, там, у дочери высокопоставленного чиновника хотели ампутировать руку. Я пару раз восстанавливал проходимость сосудов, и пациенту даже удавалось избежать операции. В данном случае, к сожалению, не получилось. Было слишком поздно. И что? Ну и что? Меня обвинили в нанесении тяжких телесных повреждений. Полгода провел в следственном изоляторе. Потом дело закрыли, меня отпустили. Да. Печальная история. Ну, нотис, и что у нас с чашкой? А, вот. Только осторожно, она горячая. Это фантастика. Друзья, посмотрите. Николай на ваших глазах расплавил чашку. Как? Она действительно горячая. Она горячая. Это парадоксально. Удивительно, как вы это делаете. Вот такие вот у нас новогодние, друзья мои, сюрпризы. И я так понимаю, что это только начало. А для тех, кто жаждет продолжения, смотрите Николая Арбенина в прямом эфире, его выступление 10 января в 19:00. Ждем вас. Ген, ты слышишь меня? Я узнала его. В передаче у Славы Гудовского. Это же он ко мне приходил? Он. Так вы зачем его в телевизор-то пустили? Оль, представь, что ты играешь в карты, и тебе выпала хорошая масть. И ты понимаешь, что ты сейчас выиграешь. Самый шик – дать надежду противнику, что он сейчас победит. А потом раз – и он раздавлен. Значит так. Здесь 90% билетов на его первое выступление. Это выступление будут показывать в прямом эфире. Мы должны собрать зал. Коля, Коля, вставай, у нас гости. Коля, вставай. Мам, ну какие гости? 3:00 ночи. Я не знаю, там Юра с ними. Так договаривались. В расписке указан только процент. Не сказано, когда Юра должен быть. Мы же договорились, через месяц. Ситуация изменилась. Деньги нужны завтра. У вас же есть вариант решения этой проблемы? Есть. Один мой должник. 3 месяца найти не можем. Найдешь? Вообще порвем расписку. Исключено. Жду вас завтра в 20:00 вечера. Здесь же с деньгами.
Идем, Юр. Возьми. На всякий случай. Очень деньги нужны. Ну а где я возьму? Рожу. Только не говори мне, что ты все деньги вложила в товар. Коля, куда? Вот я сегодня новую партию проплатила. Ну, пожалуйста, поговори с кем-нибудь. Ты сам поговори. Ты теперь личность известная. Хотя нет, не дадут. Без толку. Сейчас кидают на каждом шагу, все боятся. Коля, я бы с радостью, честно. Но... Ограбить кого-нибудь. А что, Робин Гуд тоже людей грабил. Найдем какую-то сволочь, подойдешь к нему, скажешь, дай 5 тысяч. Он мне вспомнит потом. Юр, заткнись, пожалуйста. Шучу я, шучу. Может, рассосется еще, Коль. Зато в ДК все отлично. Я вчера заходил, на 10-е билетов вообще уже нет. Странно, 2 дня продают, а уже билетов нет? Какая реклама? По телевизору чашку расплавил. Подожди, я чашку только вчера расплавил, а билетов уже не было. Может, спекулянты скупили? Ах, ну что, а? А я думаю, в чем подвох? В чем? Это не спекулянт. Это наш друг хочет нас засунуть поглубже в задницу. Дорогие товарищи, истекают последние минуты 1980. В такие минуты мы как бы заново переживаем все, что с нами произошло, с надеждой смотрим в будущее. И каждый, кто чувствует и мыслит как гражданин, не отделяет свою судьбу от судьбы Отечества. Какой бы стороной ни оборачивалось к нам и нашим близким время, радостный. Иди позови их. Каждый человек принимает на свои плечи часть того, что переживает вся страна. Опозорить меня в прямом эфире — это умный ход. Такого долго не поднимешься. Ну что ты, Коль, не храни себя раньше времени. Давай думать. Ты на сцене. Весь зал против тебя. Давайте за стол. Там этот уже начал. Как они могут сорвать выступление? Надо просчитать все варианты. Если вообще будет выступление. Надо же как-то с Седым решить. Ладно, пойдем за стол. С Новым годом. Первое правило неудачника. Из задницы надо выбираться по этапу. Найди Седого, возьми у него фотографию парня, который денег должен. А я взял. На всякий случай. Молодец.